Всем привет! Дата выхода 131 серии турецкого сериала «Ветреный холм» предварительно назначена на 30 сентября. Если будут какие-то изменения, я сообщу о них в одном из новых видео. Если вы планируете смотреть данный сериал и ждете новой серии, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Халилю и Зейнеп предстоит столкнуться с новыми испытаниями, и их чувства снова пройдут проверку на прочность. Они оба должны будут сделать нелегкий выбор, чтобы понять, стоит ли им быть вместе или нет. Возможно, именно их любовь поможет распутать клубок лжи, который был окутан тайнами многие годы. Но враги будут пытаться сделать так, чтобы правда не вышла наружу. Помимо старых врагов, у Халиля и Зейнеп появятся и новые. И они тоже будут строить коварные планы, чтобы разлучить Халиля и Зейнеп. Но кто бы что ни делал, они сумеют сохранить свое счастье. А что бы вы хотели увидеть во втором сезоне? Напишите свое мнение в комментариях. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.